Спортивные тренажеры и игровые комплексы. Оборудование для новых детских площадок доставили на Камчатку. Малые архитектурные формы предназначены для 16 объектов, строящихся в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Оборудование пришло у нас частично, два контейнера. В общей сложности из 5 контейнеров, которые вот, по 16 площадкам по нашим, пришло частично. Пришло здесь и детское оборудование, и спортивное. То есть вот сейчас буквально 2 контейнера счастья, я думаю, здесь будет маленьким детям. И карусели в основном пришли такие, ну и спортоборудование тоже пришло. Да, площадки полностью уже подготовлены под установку тренажеров. То есть бетон везде залитый, уже он высохший, уже резина даже положена, тротуары везде уже сделаны. Если где-то осталось у нас, это площадочки такие. И пока вот буквально только на сегодня-завтра не закончится уже все работы такое по благоустройству. И также мы будем устанавливать это же оборудование на этой же площадке. Проект «Город для жизни» запустили по инициативе Владимира Солодова к 280-летию краевой столицы. В рамках этого проекта в 2020 году заасфальтировали межквартальные проезды, привели в порядок территории вокруг учреждений здравоохранения, построили 8 новых общегородских детских площадок и 2 реконструировали. В этом году ведется обустройство 50 новых детских площадок.